hate squats. Я не очень люблю приседания, поэтому делала их не так часто и упорно, и, соответственно, не получала видимых результатов от тренировок. Но когда проходишь процедуры M-Sculpt, чувствуется мощное сокращение мышц, и ты на себе ощущаешь происходящие изменения. Особенно это становится заметно спустя пару дней, когда мышцы начинают приятно болеть, как после тренировок в спортзале. Тогда ты понимаешь, да, что-то точно изменилось. Я сказала себе, вау, это действительно работает. Чувствуется, что мышцы становятся более плотными и упругими. Думаю, если бы я ходила в спортзал, то смогла бы получить подобный результат только за полгода интенсивных тренировок. Я прошла последнюю процедуру чуть больше месяца назад, и мне кажется, что мои результаты стали только лучше. Мужу я об этом не рассказывала, но после третьей или четвертой процедуры он похлопал меня по ягодицам и сказал, «Какая же твоя попа привлекательная!» И сам не зная того, он мотивировал меня. Тогда я и поняла, что прогресс замечаю не только я, но и окружающие, ведь изменения происходят на самом деле.